Многоместный электромобиль, который будет курсировать на Никольской сопке в Петропавловске от начала подъема до площадки с вулканами, планируют приобрести к началу нового летнего сезона. Об этом рассказал глава краевой столицы Виталий Иваненко. Автомобиль будет оборудован местами для инвалидов, колясочников и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такую услугу планируют сделать платной, а для маломобильных ввести льготы вплоть до бесплатного подъема. Также глава города обратил особое внимание управляющей компании парка и руководителей органов местного самоуправления на необходимость установки ограждения вдоль пешеходной дорожки. Напомним, что парк на сопке Никольская благоустроен в рамках программы «Комфортная городская среда».